This is the future. Всем здорово, бойцы, как всегда с вами Райз. Как вы знаете, карту Викенди скоро из игры уберут, и на ее место придет новая карта Каракен. Мне очень нравится Викенди, я просто не мог пройти мимо и оставить вас без заключительных топовых каток на этой карте. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и в ближайшее время ожидайте контент на новом Каракене. Погнали! Привет, Олег. Играть будешь? Здорово. Здорово. Дуо против складов будешь? Да? Я соло играю, сейчас что-то не везет нахера. Я, короче, хочу просто этот на викенде какую-нибудь хорошую каточку записать, прям такую мощную. Один день остался, день. Суету наводите, Суету не наводи, да, братишка? В этот раз никто не упал сюда, да, походу? Походу, да. Есть. Перезаряжается. Назад, назад, отходи, далеко еще работает. Там ДБС. Вон он бежит, за этим. Хорош. Сейчас. Я уезжаю сразу. А, не, они сюда едут, да, походу? Вот именно у меня добивал. Я успею. Он не заедет по лестнице. Нет, он говорит, чертило, не добивай, говорит. Я хиляюсь, не торопись. Давай. Один есть. Хорош, вот это выручил прям четко. Я уже думал, в лобби отправлюсь. Что у него там, мумия, что ли? Какого-то мумия была. Я буду в мумии гонять, короче. А уже забрал? Мумию, да. Такие вещи долго не остаются без присмотра. Да. О, у нас сутер. Подъехали, подъехали. Да-да-да. По нашу душу чисто приехали. Давай разруливать, что делать. Хорош. Один, что ли, был? Тут второй. Слева. Ебать, он лагает. Он лагает жестко, да. Хорош. А, ты всех что ли убил? А второй где, который лагает? Да? Это он лагал? Нет, подожди, другой лагал. По-моему, другой лагал, в темном костюме. Другой лагал, что ли? Да, он в черном костюме был. А, ты уже сел. Вот он! Капец, он даже нокнутый лагает. Прикинь, я на него выхожу, у меня кулаки, короче. Я его пытаюсь с кулака просто. А как он так? Он так просто ускользнул от нас незаметно, прикинь. Я тоже иногда... А, там стрельнули. Да-да-да. Иногда для себя записываю. Ты тоже это видишь? Лежит чел, побежал. Да-да-да, вижу. За камень. Здесь, в упоре. А чё он? Сколько ему надо было дать, чтобы он нокнулся? Только пару патронов попал. Чувак, ты чё здесь делаешь? Mark the location. Ой, случайно, там есть. Далеко тоже работали. Да-да-да-да. Я же говорю, гороки прям нормально всегда тоже. Сел сюда при нас. Ой, стоит, вижу в опене. Подожди, это вообще какой-то этот... АФКшник. Опа. Да, он просто, он без лута, без всего, в футболке стоял просто. Ну так, чисто урон пофармить пойдет. Но здесь еще живые есть, точно. О, по мне.
Бегу. О, вижу за забором. Сейчас М24 мне и пригодится здесь. Там двойка. Застилил бота. Я бота застилил. Там еще с УЗИка работали. Это он, да, это он же. Он немножко в шоке. Да. Может, он вообще убежал? Убежал он, но я его не вижу. А он и убежал как раз. В угол дома стопудово. Ждет, пока я к нему... А вон, дымчий. Его. Через дым свалил в кемп соседний, наверное. Что-то понимает, да, в этой игре. Подожди. Может, это обманка сейчас в спину будет. На дроп бежит. Человек. С дропа теперь убегает. Карта хорошая для... Поднять себе. Которого не смог закрыть. Блин, последнюю секунду просто. Один патрон попал. Да. Да, и он что-то вообще не хотел убиваться. О, флайер рядом, кстати. Да, поехали. Да, на чем только. Наша тачка далеко, да? О, у нас скутер. С дропа уезжает. Куда поехал? Вижу. Стоп, мось. Да ладно. Смело, что ли? Вырубал. Вот на его скутере сядем, чё. Оо. Понимаю. Далеко заработают по нам. Я сейчас займусь ими. Нет, не по нам. Это боты, походу, не? Да, это там чел лежит. Убегает. Это тот самый, который с тапалки. Прикинь, он в том кемпу и остался, крыса. Не, ну это личное теперь, надо точно к нему завалиться будет. Вот я так и знал, что он где-нибудь в углу дома сел и ждет просто. Блин. И дым прокинул, да? Да. За такой геймплей наказывать надо. Осторожно только. Это опытная крыса. Вместе надо. А ну что ты поделаешь, а? Где он? Здесь не наблюдаю его. Опять исчез. Да, не говори, блин. Бесит уже. Лучше бы на дроп поехали бы. Ну да, блин. Хотел крысу убить, но... Он оказался слишком опытным. Да, конечно, не нашли ни того, не нашли, ни другого не нашли. Сейчас в конце все равно. Блин, смотри, где дроп падает. На кемпе у этого крысы, блин. А, он вил, он здесь. А, это не он. Это не он. Я сваливаю, чувак, у меня хп нет. Мне надо подхилиться. По времени не воюй. А, понятно, он в кустах лежит. В кустах лежит, сука. Это друг. Ёб твою мать, это крыса в кустах лежала все это время возле кемпа, ты представляешь? Сейчас этих закрою там, по-моему. Бля. Или его закрыли уже. Ну я сделал. Бля, меня тоже, да, два раза слышно? Да, два раза слышно. Ой, блин. Просто игра лучше. А теперь как? То же самое. Значит, рация тоже не работает. С нами. Унокнул одного. Хорош! Тихо. Тут жестко сейчас будет. У меня пушки нету. Я с ДБС плох. Не, нормально. Все, у него пушку заберу. Там один сюда убежал. Дэрил. Скин Дэрила у него. А, вот он. Да, осторожно.
Мне хилиться вообще надо, по идее. Он бежит. Давай встретим. В упор здесь он сидит, я пока бинтуюсь. Не вижу. Вижу, убегает. Хорош. А это которого еще я нокал? Его подняли, да. Вижу. Сейчас обойду. Обошел, все. Они в три. Да, в три выиграли. Какие-то байты пошли ботовские. Слушай, а тут люди еще есть. А там уже чел. Вырубил чела. Наверху, прикинь. Видел. Дал пару тычек на ногу было. Да, его надо сразу из крысеныша этого закрывать. Я хочу его бота забрать, делать. О, забрал его бота. Это самое жесткое наказание. Ты захилься хоть? Да мне пока бинтами не хочу. Долго. Хорошо. Два Богом дропа скинул. Обогованно. Это как мы с тобой, двойной голос у нас был, два дропа скинул тоже. Чисто двойная катка. Игра, просто игра настолько багованная, я не могу. Голос дублируется, дроп дублируется. Что за херня вообще происходит? Это баб. Я тут посмотрю. Пулемет забираю. Раза забрал. А то это говно сразу взорвут. Вот, да-да-да. Да-да-да-да-да. Стоит в опене. И потерял его. Лёг, наверное, куда-то. Вот. Это не тот, тот в коричневом костюме был. По-моему. О, АКМ с глушаком. Ну, ладно. Кто-то стреляет. Где? Я не знаю откуда. ВСС, по-моему. Здесь а ВСС есть вообще? Да, по мне. Не, по-моему, здесь нет ВСС, хотя, наверное, есть. Да, слышу. Далека вот это МП5 или как-то. Что, это откуда-то сзади, что ли? У нас под деревом чел. Попал пару раз. Еще в траве лежит. Прячься. А я грею. Я тоже грею. Нам прокинули. Че он иногда? Я хиляюсь. Давай. Ой, я им сейчас тогда нагрею всего. Всего, что у меня есть. Ой, хорош. Не зря я гринал. Там двоих в траве лежит. А, да? Побежали. Доедаю тупо. Мало. Еще и слева в траве. Все, всех закрыли. А, не всех? Сзади. Другой склад. Хилюсь. Дымы прокидываю. Дым кидаю. На кемпы тоже кидаю, чтобы отвлечь. Чё сюда все подсосались-то? Чё здесь за место такое? Не знаю, я тоже хиляюсь. Давай. Чё, таблеточки сейчас схаваем, чтобы бегать быстрее. На свай. Да. Ой, чё он там семечками своими? Попал, прикинь. Мне тоже попал сзади, когда стрелял. Так, одного нокнул. Это где-то в колене. Он опять где-то в говне там своем сидит. Устав. А я грею. Давай. Каленый, наверное. А, вижу. Убил. Все.
Капец, они все лежали тут в траве просто. Этот по мосту едет. Вижу, вижу, вижу. Ну все, он приехал. Туда-сюда катается. Колеса чьи-то. А, здесь тачка с кемпе стоит. Бегает. Слышу, да. Какой-то непонятный пацан вообще. Че, он один здесь был? А, у него друг АФКшник. Ай, бля. Че, пацаны, аниме? Будем пикаться, нет? Слышу. Эх ты гадный. Да от меня не. Я хиляюсь. Я тоже. Хиляюсь. Я тоже, у меня один хп, бро. Там два нока, как минимум. Бегу. За горой. Все, иду. Ой, как хорошо. Че, я всех что ли? Ё-моё. Да. По-моему, последний склад. Ну это было бы хорошо, если последний склад. Ну да. Я сейчас в них стрельну флайером просто. Какой чисто угар. А я кидаю, по-моему. Я вижу. А, близко, близко уже. Не, не кину я в них флайер. Красный, красный, красный. Добьет. Стой, не, не добьет, не добьет. По-моему, можно поднять меня. Осторожно, в спину сейчас залетит. В упоре, в упоре. Я смотрю. Ой, блядь. да ты чё, просто. Да, вдвоем одновременно зажали. Топ 4, да, блядь? Да. Еще два сольника есть, прикинь. Понимаю.